Привидище, это Нек. Пятая глава, часть первая. Атакуют гоблины. Значит, на город напали. Мы сейчас будем раскидывать всех этих гоблиносов. Какое прикольное название, гоблиносы. Но они ж противные такие. Ну что это они напали на город? Мои братья расчищают нам путь. Монахи молодцы, молодцы. Значит, монахи за нас, по-моему, тачки какие крутые, навороченные, слушай, мне прям нравится. Они, походу, еще и левитируют, они на колесах катаются. А что у тебя за меч такой крутой? Я очку к тебе подходи. Ага, понятно, понятно. Нифига себе, какой ты крутой. А хочешь, я тебе QR-код свой покажу? Давай, давай, давай. Блин, ну че ты? Сышь, сыкуешь, да? Занюхни. Ты тоже занюхни. Откуда ты спрыгнул? Черт, не успел вернуться. Вот этого моллюска сейчас. Моллюск тоже, слушай, в костюмчике каком-то крутом. Да блин, ты че такой воротливый? Ого, ого-го. По нему попробуй попади. Да японский городок. Да идите колотить твои носки дырявые. Нюхать, не занюхать. Да что по этой... Я тебе сейчас это, пупковый прыжок замучу. На тебе. О, пупочек зарешал. Я уж начал паниковать, думаю, что за фигня? Значит, гоблины нюхать... теперь стреляют? Где Прикинь. Гоблины теперь стреляют. У них стволы какие он мощные. А, беркотик. Угу. Здорово. А у этого-то, смотри, когти какие, как у росомахи. Ты где такие взял? Опасные гоблины какие-то тут в городе. Туда не пройти, машину не сломать. Ясно. Сколько здесь тайников, давай посмотрим. Два тайника. Два-то ничочечка. Окей. Главное их не профукать. Прошлые тайники я все собрал. Мины кидает. Ладно. Пупковый удар. Как тебе? Не дал мне сделать пупковый удар. Зато чертова гранаты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жопа моя разрывается. Какие-то они здесь слишком... Да ты мне даже встать не даешь. Не продохнуть, не пернуть вообще. Так, это граната там. Еще одна граната. Пойду-ка я реликтиков возьму, слушай. Что-то они здесь слишком мощные. У них обмундирование нереальное. Это какие-то современные гоблины. Вот, янтарь. Янтарек. В прошлый раз, когда я собирал все устройства, ну, недостающие части. Вот смотри, устройство, я сейчас тебе покажу. Начал собирать. В прошлой серии я пропустил два тайника, я их дособирал и... Получилось, что я новое устройство получил. Сканер отображает информацию о состоянии противников. Еще два устройства и... Точнее, две части этого устройства, и у нас будет сканер. Такие дела. Значит, нужно ящик откуда-то выкатить. Или не нужно. Дерзкий паренек. Пацаненок. Оп. Давай-ка ему в обраточку. А, у него щит, в обраточку никак. Да сейчас выручу вас, не переживай. Мне нужен ящик какой-то. Ящик, потому что тут, смотри. Тут прям показано, поставь сюда ящик. Зачем? Для чего? Что я тут должен сделать? Зачем эта разметка? Или это для паркинга, типа, припаркую сюда свою машину? Не знаю. Может... Вот, я отбил снова щит у него. Сейчас поближе подойду. Да зачем? Я сейчас вот так вот сделаю. Сам сюда встану. Давай, 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 разворачивайся. Нет, 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 нет. Давай, вставай сюда. Вон тому пахнем. Выстрел. О, да. А в тачке? Расстрел всего, что только есть. Добрался на... до ствола. Никто больше не поползет отсюда? У меня еще блок есть. Вот такой вот щит. Все, вроде бы больше никого. Поэтому давай, вылази, хватит стрелять. Я через верх хочу пройти. Потому что мало ли там тайник какой-нибудь. Все, можете бежать. Я там расчистил дорожку. Не переживайте, там все спокойненько. Здесь, в принципе, ничего интересного. Надо смотреть на янтари. Янтари всегда показывают тайники. Наверху был реликтик. Жучок. Есть золотой жучара. Я сбил золотого жучка, и он дал огромное количество опыта. Это круто. Не зря сюда залез. Это стоило того. Но смотри, тут еще, кажется, вот тайник же. Тайник. Ха. По кондеям можно было забраться. Надеюсь, это первый тайник, а не второй. Потому что мы только начали играть. И что здесь у нас? Ах ты что. Топазный реликт нам не нужен. Мы собираем рубин.
У меня уже 8 рубинов. Скоро у нас будет рубиновый нек. Красный, мощный. Сильнищий. Спрыгиваем отсюда. Куда мы можем сходить? Значит, вон туда можем сходить и сюда можем сходить. Здесь тупичок вроде как. Ну, вот сюда можно зайти? Что-то тут есть. Опыт. Коробка с опытом. Понятно. Тут закуток, там ничего. Здесь тоже ничего. Ну, ладно, здесь мы все сделали, получается. Идем туда, неведомо куда. К дирижаблю. Смотри, а сюда можно зайти? А, нет, тут решетки. Ой-ой-ой, как они там людей раскидывают. Как они там... Попковый удар, йоу! Вот если бы не этот выстрел... Вот если бы не твой выстрел... На тебе! И апперкот! Ей! И вот тебе тоже! Ох, хорошо зашло! Хорошо пошло! Они даже не успели отреагировать, что с ними произошло. Нет, ты не успеешь кинуть. О, мечи! Мечи, мечи, доставай, мечи. Давай, давай, давай. Кромсай, режь их. Все, размотал? Так быстро? Ну, конечно, с мечами-то почему бы и нет. У нас появился талант. Мы сейчас прокатаем. Да, прокатаем. Прокачаем что-нибудь. Минуточку. Усиление. Что же мы будем прокачивать в этот раз со щит? Ускоренное восстановление щита. Либо... Усиленная атака. Сила удара ногой. Вот, сила удара ногой, да. Все атаки наши увеличатся на 50%. То есть я удар ногой прокачал, удар в прыжке и просто усиленную атаку. То есть я теперь мега сильный. Мне все аплодируют. Так, попробую свой пестик. Удар пупком. Весь янтарь собрался, отлично. Пестик работает. Пестик, пестик, пестик. Вон там вот опыт вижу. Ящик с опытом. Заберем. Янтарь еще раз с пупковым. Пестиком соберем. О, чудно. Чё-то тут какая-то дичь происходит. Какой ты мощный, слушай. У меня янтарный щит, я не хочу его профукать, если чё. За тебя, я за тебя. Оп, оп, не получилось вернуться. Да что ж ворота так не работают, как надо. Оу. Зажмите. Я понял, его только нюхачим ударом пробивать. Да почему ворота-то не работают? Я от него уворачивался. Ну ты видел, да? И в последний момент он просто залип, присел, как Супермен, такой к полу прилип, и все, и не может встать. Это какая-то дичь. Короче, ворот это фигня в этой игре полная. Либо я просто по таймингу не могу попасть. Не знаю. Какая-то дичь. Даже не ударишь меня. Вот, увернулся, слава богу. Опа! Есть. Просто по таймингу надо попадать. Ворота работают. Все. Все. Я тогда в тайминг не попадал. Зачем я это сделал? Коробки так не разбить. Не, дружочек. Йоу, попковый. Черт, почему я сюда-то упал? Почему дальше не мог запрыгнуть? Дружок. Откуда укоплено такое оружие? Да знал бы я, ребятишки. Я бы вам рассказал. Но, по крайней мере, они вам в город это оружие затащили. Поэтому у меня щит есть, если что. Не подойдешь, не пробьешь. Готово. Оружие останется в городе, поэтому пользуйтесь. Да, спасибо. О, машинки, давай простреляем машинки. Простреляем, постреляем. Давай, 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 давай. Е-е-е. Вот и нет машинок. Хотя одна выжила. Тайники. Тайники, тайниковые тайнички. Янтарь. Нигде не видно янтаря. Значит, тут больше ничего и нету, в принципе. Поэтому идем дальше. Чешем своими. Часовая башня. Думаю, музей находится чуть дальше. Как он? Как он? Я все и помню. Надеюсь, отыщу. Биг Бен. Это Биг Бен. Собрали. Я, конечно, может, тороплюсь разбивать весь янтарь. Они тоже здесь. Я думала, они не покидают деревни. Ловкий трюк. А меня научишь? Конечно. Ой.
у меня новая способность. Ух ты! Вот это у меня реально резиновые руки. Ну давай, я уже кнопку-то нажал 1000 лет назад, а ты только сейчас реагируешь. Бу-бу! Как это все замедлено слишком. Ой-ой-ой, ноги. Давай опять своим хватом. О-хо-хо-хо. Как Саб-Зиро из Mortal Kombat, слушай. Он готов. Твой новый прием дальнобойный. Попробуй открыть ворота. Жучка поймал. Ну, короче, круто. Очень круто. А, как насчет тачек? Нет, что-то они не собираются ломаться. Хорошо. А это какая глава? Подождите минуточку. Это все еще первая. Точнее, первая часть идет. Глава-то пятая, часть первая. Соответственно, сундук я еще не нашел последний. Давай попробуем открыть вон ту штуку. За крюк потяни. Подожди, давай сбоку встанем тогда, раз ты так не хочешь. Вот. Инвентарь собери. Заглянем сюда за куток, там ничего нету. Ну чё, братишка? Смотри, как я тебя... Он даже не посмотрел. Он просто упал в воду и все. Он не понял, что произошло. Где же может быть тайник? Где же может... Залазите скорее, а то я сейчас уеду, вы не залезете потом. Ну, как хотели. Как хотели. Вот ящик, смотри, что-то какой-то он подозрительный. Тебе так не кажется? Дай-ка я его попробую вытащить. Обычных гоблинов и гораздо лучше вооружены. Что происходит? Да, насчет сильнее это 100%. А вооружение оно меня как-то не отталкивает. Напрягает, конечно, немножечко, но в целом неплохо. О-о-о! Шаман! Помог! Черт! Ну давай. Я тебя мог, в принципе, схватить вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Роботы. Вот и все. Хватаешь и лупишь. Не-не-не-не-не. Или вот так вот делаешь. Тоже неплохо. Тайники, где же вы? Я пока не найду, не успокоюсь. Последний тайник остался. Черт. А, это тоже все готовенький. Здесь вроде ничего нету. Подожди, а вот тут вот пролезть? Нет, тут не пролезешь туда. Хватаем эту штуку. Вон там еще можно хватануть. Хоп-хоп. Подожди, я там, мне показалось, телепорт сработал, это, конечно, хорошо. Вон то схватить можно, нет? Или это просто светильник? Наверное, это просто светильник, да, его не схватить. Попрыгушечки. Не-не-не. Досталось всем. Во! Тайник? Нет, это не тайник. Ну хотя, кажется, можно туда залезть, да? А. Не да. А вот эта вот дверь зелененьким тут светит. Нет. Может запрыгнуть туда как-то. Подожди. Ну там огонь, как бы туда не запрыгнуть. Нет, туда точно не запрыгнуть. Ладно, идем дальше. Иди к папочке. Come on, here. Да. Весело, очень весело. Похоже, так и есть. Да. Подожди, тут может быть тоже где-то тайник есть, на балкончик какой-то запрыгнуть. Да вроде не видно. Ой-ой-ой-ой, как это было очень рискованно. Но тем не менее я выжил, все хорошо. Все очень даже неплохо. Тут-тут-тут-тут-тут-тут, вон там янтарь вижу. Сейчас возьмем его. Опля. Еще откуда-то здесь янтарь подтянулся. Не станика ли? Я думаю, что я уже пропустил тайник. Поэтому напиши в комментариях, где именно. Где именно я его мог пропустить. Подожди-ка. Во! Вот он тайник, кажется. Вот ты где. А я уже такой здоровый, слушай. Очень здоровый. Надеюсь, что это тайник, а не ящик с опытом.
только сказал, что я его уже пропустил, но нет, вон он у нас, красавчик, лежит. Ждет меня такой золотишечки. Аквамарин, может, что-нибудь другое? Давай рубин. Рубин. Надо было посмотреть. Хотя аквамарин, по-моему, тоже 20 штук надо собрать, да? Я думал, что аквамарина меньше, но нет. Все одинаково. Блин, я такой большой, что тут уже не пролазит. Это жирный попс. Big Ben. Я сделал вот так вот. Хопля. Хопля. Ну, до них не достать. Ну, тогда вот так вот сделаем. Давай, хватай их. А их вообще не достать. А что ж с вами тогда сделать? Давай-ка обраточку им тогда сделаем. Стреляй. Готов? Готов. Все, тут можно больше ничего не шерстить, не искать. Сокровища все найдены. Бежим. Я тоже начинаю так думать. В смысле заблудились? Вы что? Ух, как я их. Пачечкой. Да, вот это мне нравится, конечно. Ой, какой ты большой. Был. Готово. А, и стенки разбились, и там у нас реликтики. Как удачно. А, мне, в принципе, наверх надо было. Я-то обрадовался, думал, он, типа, мини-тайник нашел. Все по плану, значит, да? Надо уменьшиться, чтобы здесь пройти. Ну, может, и не надо уменьшаться. Я бегу. А, нет, я не бегу. Простите. Я сейчас сделаю, смотри, что. Блин, я не попадаю по ним, что ли? Вот и все. Теперь иду. Новые таланты. Давай прокачаем. Усиление. Значит, что у нас здесь? Удар в перевороте. Пригодится. Давай восстановление щита. Да. И у нас сейчас откроется мега-супер крутая способность. Что у нас здесь? Усиление отражения. Значительно увеличивает урон, наносимый отраженными стрелами и другими объектами. Одного попадания таким снарядом будет достаточно для устранения почти любого врага. Это здорово. Это круто. Юху. Значит, сейчас прыгнем. Пупковым ударом как расшибем их. Бух. Я такой большой, что вы мне ничего сделать не сможете. Вообще ничего сделать не сможете. Круто. Я слишком сильный. О, тачки можно кидать. Маленького гоблина не попал. Ну что ты? Тут же есть еще машинки, да? Тогда в робота вон покидаем. Еще машинки есть? Дайте мне еще машинку. Нет, машины кончились. Черт, потерти. Вай, как ты замахиваешься. Стопэ. Не надо мне стрелять. Обратно давай ко мне. Черт. Обраточка. Иди к папочке. Он тебя нокаутирует. Мощно. Жалко, полицейские тачки нельзя блати кидать. Это было бы эписно. Пекарни. Кофейку можешь зайти попить. Привет, мальчики. Мальчики. Не видно ничего из-за своей жирной попки. Вон там, кажется, пролезть можно было за кофейней. Нет, нельзя. Крушить. Обратно. Готово. Комбо-удары работают как надо. Тачку возьмешь? Нет, тачку не берет. Не хочет. Нам, видимо, к Биг Бену надо, да? Не знаю, я вот янтарь зашел пособирать. Ну куда ты побежал? Я не весь янтарь собрал. Ну и мы. Большой робот снова. Ржавый. Простите. Я что-то совсем закрутился. Если забраться на часовую башню, будет видно музей. Так, давайте найдем вход. Глава 5, часть 2, часовая башня. Слушай, я же его, наверное, не смогу рукой, да, притянуть. Было бы забавно, конечно.
Ой, все-таки снарядом задело мне чутка. Гоблинки, чего тут стоите? Масипучки. Готово. Машины бы покидать. Давай возьмем тачку. Покидаем. Эй, жердяй. Есть еще тачка? Ну, я знаю, что к тебе... Ага, таким его не взять. Сейчас попробую еще раз с этим. Ну-ка. Ух! Это было очень рискованно. Подожди, давай-ка еще разок я попробую его рукой взять. Я его подтаскиваю. Черт. Черт. Ой-ой-ой, плохо дело, плохо. Теперь нормально. Там вон еще машина есть, пойду-ка схожу за ней. Я вот этих роботов разматывал вообще шустро, а что-то этот какой-то крепыш попался. На тебе. Вот и все. Че я так с ним долго возился? Сейчас я тут все смотрю, поскольку новая у нас часть, два сокровища. Погоди-ка. Кажется... Да, я сюда запрыгнул. И что же здесь может быть? Биг Бен Бан Бунг. Наверх можно залезть, смотри. Вот здесь вот. Идем, идем, идем. Мы нашли подъемники, но они обесточены. Когда выберешься наверх, поищи рубильник или что-то похожее. Не вопрос, я их сделаю электрическими, запятая. Что ж, решеточки, ага. Пути назад нету. Хопля. Привет. Чем меньше, тем лучше, приз получен. Ого, какие тут шестеренки. Меня тут не разворотило бы ими. Янтарь, это хорошо. Ну да, тут можешь шестеренками разворотить, слушай. Если сильно поторопиться. Телепорт сработал, хорошо. Как хорошо, когда ты устройство собираешь. Практически все. Опля. Там он. А, я понял, как туда залезть. Главное, чтобы меня тут не зажало где-нибудь. Выше никак, да? Можно я тут это увеличусь в больший размер? А то что-то я тут очкую мелкашом бегать. Размотает же шестерней. Давай, высовывайся. Опля. Наверх можно залезть? Типа вот туда повыше. Нет, тут нельзя. Янтарь возьмем, конечно же. Как тут все интересно. Внутри часов-то. Я когда был маленьким, мне всегда тоже было интересно, что в часах таких вот больших. Как они устроены. Смотри, кажется, туда вот можно, да, запрыгнуть? И вот сюда сходить. Ну тут по плану. Тут по плану, а здесь не по плану. Еще опыт. Где сокровища-то? Сокровища когда будут? Эй, 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 эй. Телепорт, спасибо. Опля. Че? Снова маятник? Фу-ху-ха. У меня телепорт окончился. Надо быть очень осторожным. И упал все-таки. Но здесь появился и без телепорта. Прикольно. Видимо, здесь точка спавна. Вот в нужный момент я прыгнул, да? Вообще в самый нужный. Вот. Отлично. Готов. Бежим, 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 бежим. Yeah. Поехали. Тут сложновато будет немножечко. Высовывайся, платформа, блин, 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 блин. Отлично, пока все хорошо. А, там опыт, смотри. Давай спустимся. Опля. Сокровище дайте мне, нафиг мне опыт. Нет, опыт, конечно, нужен, но сокровище более вожделенно. В колокол, что ли, дать? Он прям так подсвечен. Я вылез сюда. Забавно. Снизу там дверок нету. Вот там вот, где фонари горят, это не дверки. Так.
Ты сможешь спуститься на... На... Вода. Он смог спуститься. А еще ниже сможешь? Ради интереса просто. Нет, нельзя туда. Туда нельзя. Это автомат какой-то? У меня реликты все пропали, они внизу, я их примагнитить не могу. Я буду таким мелким пацаненьком бегать. Тяжеловато маленьким-то, да, вот эту фигню дергать. Но, тем не менее, получилось. Сейчас должен Лукас со своими друганами выйти. Спасибо, Нек. О, реликтики привезли, мы спасибо. Мы нашли тебе пару деталей, пока ждали. Да, спасибо, спасибо. Я спасибо, об этом... друг. Не, эту штуку нельзя сломать. Жалко. А в колокол-то будем бить, нет? Мы все вон там. О, видите? Я ударил. Спасибо, Эд. Уже недалеко. Прикольно, он дал нам опыта немножечко. Отойдите. Че, скатываемся, да? Виу. Еще ни одного сокровища не нашел. Ну как так? У меня в каждой серии вот я ищу. Я, наверное, больше не сюжет. Но вон. Здесь музей не слишком сильно пострадал. Янтарь, смотри, вон там торчит. Когда мы были там с Наком, они говорили об усилении защиты. Че там такое-то? Как туда попасть? Ну, сейчас я туда попробую зайти. У меня каждая серия начинается с того, что я не прохожу сюжет. Ну, как бы прохожу сюжет, но больше всего я вожделею найти сокровище. Вот здесь вот что ты мне хочешь тут показать? Что-то тут есть? Или тут просто янтарь так? Наверное, просто янтарь так тут растет. Заберем. Неуязвимость! Вы ничего мне не сможете сделать, ребята. Вообще ничего. Готово. Ой, какой ты. С прыжка меня хотел укокошить, но не вышло. Но не вышло. Скорее вон туда, к новому тросу. Покатушечки, однако, сегодня у нас. Ну, если ты меня еще раз стрельнешь. Вот если ты еще раз меня стрельнешь. Блин, ну почему щит не сработал? Во! Вот так вот. Давай еще разок. Блин, да не ты! Да не ты! Град ударов как-то работает стрёмно. Не хочет работать. Нажимаешь вроде кнопку? На тебе. Да японски, ну что это началось за изменение младенца-то? Там тупик. Дружочек. Да, ну вдарь ему. Ладно, кубковый удар. Меня спас янтарь, слушай. Наконец-то я ушатал, ну и опыт одного у него. Бесит, когда что-то не выходит. О, опыт. Подарил мне талантик. Усиление. Вкачиваем последний талант. Теперь у нас есть какой-то обратный удар. О-о-о. А это у нас что открылось? Вы открыли для себя путь навыков. Давай посмотрим. Прикольно, новый путь. И там две ульты есть. Так, удар в перевороте. Это нужно прыгнуть и... А, все, понял, обратный удар. Все, прыжок и треугольничек. Ускорение атаки. Во, вот это классно тебе. Нужно два таланта. Сюда уже по два таланта нужно вкачивать. Дороговато. Очень дороговато, но что поделать. Там крутые способности. Прыжок, надо было спрыгнуть прямо ему на голову. Ну че ты? Некушка, кукушка. Вот так вот надо ему. Опля. Давай. Черт. Тайминг, не забывай про тайминг. Ну куда ты вернулся вперед? Ну на кой черт ты это сделал? Надо было в бочину. Новый удар, хочешь посмотреть? Смотри. Да ты прыгни. Вот он новый удар, видал? Вот так вот могу. Ну, я попонтовался, ладно. Сейчас я его укокошу, не переживай. Делаем вот так. Еще. Боже ты мой. Мимо.
Чё ты ворочишься-то? А, да. Я забываю то, что у меня есть цеплялка, которая может их притягивать. О! У него на лице рисунки. Смотрите, ребята. Лукас, это высший гоблин. Точно, как Урик. Да, но их не видели уже многие сотни лет. Они совершенно не похожи на тех, что мы видели у руин. Взгляните-ка на это. Куда они идут? В музей? Похоже, наши пути сходятся. Надо их остановить. Нет. Пусть идут, а мы за ними проследим. Это хитро. Класс. Вы проникнете в музей, а я сообщу все Ксандеру. Эва, осторожнее. Что? Не могу поверить, что высшие гоблины выжили. Надо спешить. Найдем короткий путь. Ну, пойдем. Это до сих пор вторая часть идет, да? Кажется, да. Я тебя притяну сейчас. Еще попасть бы в тебя. Хорошо, это идет до сих пор вторая часть, да. Я бы сейчас расстроился, если бы это другая часть была. Потому что я ни одного сокровища не нашел. Это дико. Это дико, например. Ой-ой-ой-ой-ой, как они хотят меня убить. Столько снарядов впустую. А я сбежал. Хопля. Янтарчик, это, конечно, хорошо. Мне побольше его надо. Вот если бы я дрался без... Идеально дрался без единых повреждений. Вот как с ними надо. Чё ж я раньше тупил вообще? Я все забываю про новые способности. Постоянно что-то новое дует, и я про это забываю. Ну зачем гоблинам нужен музей? Оружие оттуда достать старое. Либо просто они хотят просветиться. Упал. Я, кстати, тайник нашел. Жучок мне показал его. Жучок, спасибо. Я иду за тобой. Я иду. Интересно, это какое сокровище? Наверное, это второе сокровище. Первое я пропустил. Но где? Вот в чем вопрос. О, деталь устройства, отлично. Деталь сканера. Последняя деталь, у меня будет сканер собран. Епи! Кошерно. Так, это какая? Да. Первый сундук я где-то пропустил. Так что пиши в комментариях, где это могло произойти. Ой, чуть не упал. От! И упал. Нам каркал сам себе. Янтарь, давай собери. Ладно. Там снова жучок есть. Жучок, подожди. Стоп, 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 стоп. Погнался за жучком, да? Не достал. Черт, не успел. Тащить ему. Готово. Ну все, можно тогда тут сокровища больше не искать. Бежим. И мы на месте. А я нет еще. Хорошо. Похоже, мы их опередили. Если пройдем через эти двери, сигнализация выдаст нас гоблинам. Может, крыша? Есть. Глава 5, часть 3, ночной музей. Видишь, что выдержит Нека? Я видел. Вентиляционные отверстия наверху. Да-да-да. Вот эту штуку сейчас подвигаем. Вон туда. Давай сюда идем. Как интересно она тут оказалась, вот эта штука. Но я не знаю, как туда запрыгнуть. Слушай, это очень высокий камень. Как на него запрыгнуть? Может, с другой стороны? Вот тут вот где-то. Да, вот... Непонятно. Мне прыгнуть нужно сюда будет. Подожди, а как залезть-то наверх? Уменьшиться надо? Ага, вот. Смотри, сюда могу запрыгнуть. Подождите-ка, в другую сторону? Ну давай. Обратным ударом.
Блин, обратный удар, кстати, классная штука на самом-то деле. Че ты упал? Ну, полниса, ну ты е-мое, ну как так высло-то? Ща парень из чата выйдет, скажет, ты задрал падать, тут фигня, прыжки-то нужны. Вот. Табу! Ты че, издеваешься, что ли? Это уже не смешно. Как так можно-то обсираться в таких глупых местах? У меня уже самого сейчас пукан порвется от такого. Опля. Все, есть. Запрыгнули наконец-то. Все, собрались, собрались. Больше никаких падений. Так. Я думал, я сейчас вырасту и упаду нафиг. Достанешь? Достал, молодчик. Сюда. Тихонечко, тихонечко. Здесь можно? Нет, туда лучше не падать. Там нет ничего интересного. И эти тоже за мной бегут, слушай. Лукас с Рейдером. Рейдером. Вы там где? Зачем ты это сделал? За что? Я хотел посмотреть на этих шпионов и упал. Да. Ну ладно, я сейчас на опыте все быстренько туда. Хоп-хоп-хоп. Можешь написать, что я неуклюжий Олаф. Неуклюжий Олаф. Если ты понял, про какого Олафа я говорю. Мы на месте. Мы снова здесь. Чудненько. Жучок. Показывает нам тайничок. Или нет? Наверное, нет тут тайника. Нам сюда теперь нужно идти. На всякий случай уменьшусь. Погоди, если я повыше взберусь. Есть тут что? Вон там снова этот, смотри, значок НЭКа. Я их частенько нахожу, но я не понимаю, что они означают. Для чего они? Если ты в курсе, то напиши в комментариях. Вот тут можно что-нибудь куда? О! Отлично. Раньше их не было. Под охраной Катрина Секьюрити. Та самая Катрина? Да, так и есть. У бывшей охранное агентство. Если скучаешь по ней, заведи себе робота. Точные копии прям. Кто станет делать собственных клонов? Не, ну это ж надо! Может, расскажешь, что случилось между вами? Может, и расскажу. Но прошлое ворошить мне не очень хочется. Точно как она. Да, прямо точно как она. Ладно, выходит, что с Катриной он разосрался, и они разбежались. Так, просто походу их не ухватить, да? Готово? Давай еще разочек. Сработала сигналка, это говорит о том, что нам сейчас будет капец. Капец, капец. Но если рубильник потянуть... А, сигналка отрубилась. Хорошая идея. Да. Давайте отключим систему защиты. Пойдем отключим. Оп. Да. Тайный агент НЭК. Чем сейчас занимается Катрина? Что-то Райдер даже не сказал, чем занимается сейчас Катрина. Но я вижу ее клона. Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай-ка еще раз стрельнешь, я просто не хочу выходить с Катриной на бой. Эй. Он не хочет стрелять в меня. Иди сюда, девочка. Девочка. Хотя сложно назвать тебя девочкой. Вот это было опасно. Опять не ту кнопку нажал. Да что происходит-то? Готово. Да ударь ты уже. Да не это ты. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Все, походу надо брать этот. Перерыв на чай. Перерыв. В музее я прямо чувствую себя плохим парнем.
Поэтому ты мой любимый дядя. А куда бы тебя выгоднее поставить? Опа, тайник нашел. Вот сюда нам надо. Сейчас. Черт, не допрыгнуть так просто. Давай так вот сделаем. Есть. Но... Что происходит-то вообще? И то ли геймпад, то ли я, то ли сюда нельзя запрыгнуть. Вот, отлично. Что-то, короче, геймпад у меня... Походу, батарейка у него садится, и поэтому он меня не слушается. Аквамарин. А мы возьмем рубин. Аквамарин, но мы берем рубин. Все. Так, сейчас я посмотрю геймпад. Что тут с батарейкой у меня? Хотя вроде не высвечивалось, что батарейка садится, так что... Хватит валить на геймпад, это ты просто обсираешься, да? Ну, что-то вот у меня началось. Ничего не могу сказать. Значит, смотри, вот... А, минутку. Минутку. Про цветочки-то давно уже, как их не было. Забыл я про них. Заходите. Заходите. Здорово. Катрина. Или клон Катрины. Да блин, почему ты не хватаешься-то? Да это обосраться просто. Чё началось? Ладно, попыточка номер два. Сейчас я её как схвачу. Вот. Сразу бы так. Вот и все. Быстро и лаконично. Главное тут не обосраться теперь. У вас спокойненько все прошли. Экранчик есть. Никто? Через экранчик думал, сейчас кто-нибудь завещает, скажет, ага, попались. А, блин, зачем ты это сделал? Я думал, тут там столько янтаря, подожди, а уже и... Да, получилось янтарь собрать. Это здорово. По трубам, по трубам. Блин, реликты обратно не получить. Может, сейчас реликтики где-нибудь достану, спрыгнуть вниз надо будет, поперетаскивать эту штуку. Блин. Блин, дайте мне реликты. Что-то я уже далеко убегаю от того места. Готово. А, хотя, во. Все, мы вернулись туда, откуда ушли. Теперь мне нужно подвинуть вот эту вот штуку. Только куда, я не знаю, может вот сюда ее? О, да, вот так вот, нормально. Тут вроде ничего нету. Снова ты? Ох, досталось тебе знатно. Всегда бы так. Здесь нужно быть очень аккуратным. Теперь нам вот сюда. Но зачем? А, стекляшечки взять, чтобы получился нагшпион снова. Ну, а теперь мне ничего не страшно. Теперь это мне не страшно, не страшно, нифига. Я бегу сюда, отключаю эту штуку. Чё бы вы делали без меня, Лукас и Рейдер? Такое ощущение, как будто на самолет можно запрыгнуть, да? Но нет. Не запрыгнешь. Чёрт. Я щит поставил. Да отрикошеть ты в него уже. А чё, они не рикошетятся, что ли? Прикинь, вот эти снаряды не рикошетятся. Тогда я сделаю вот что. Чёрт. Да японский через... Во. Старый самолет, доктор. Ага. Получилось. Вон тайник. Я вижу тайник, но как туда запрыгнуть, фиг его знает. Надо что-то поставить. Попковый удар! Как я их размотал? Вот что надо туда поставить. Пойдем. Только с другой стороны надо зайти. Вот так вот. Давай поближе подкатим. Вот, прям в упор.
наконец-то. А что, здесь не тайник, что ли? Тут ты, блин. Я-то думал, ты ничок. Так сколько, по-вашему, может стоить один такой охранный робот? Ты вправду хочешь себе такого? Да. Так поразвлекаться, да? С бывшей. Но не с бывшей, а с ее клоном. Ой, как вас тут много. Вот это я, конечно... Ну, Нек, ну давай, не тупить. Пожалуйста, кнопочки, работайте как надо на геймпадике. Получила одна. И еще одна получила. Вот прям в нее вот рука откинулась. И что-то, ну видишь, еще раз. Че, почему ты ее не хватаешь? Я понять не могу. Есть. Не всегда получается все как надо. Это выход. Выход. И там еще дверь открылась с другой стороны. Типа сюда. Подожди, но мы туда пока что не пойдем. Я думаю, что нам лучше все-таки сюда сходить. Здесь может быть тайничок какой-нибудь, не? А, это мы вышли на улицу. Да, мы отсюда начинали. И смотри, вот сюда можем пройти. И вот сюда теперь. Нашли сокровище. Балдежно. Еее, последняя деталька. О, еще смотри какой. Изумрудный реликт. Ничего себе. Все, деталь сканера у нас есть, и мы собрали весь сканер. Теперь мы можем видеть здоровье противников. Какой прикольный сканер. Конечно, использовать. Сейчас используем и посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, не зря сюда зашел. Не зря. Возвращаемся обратненько. Будем сейчас испробовать свое новое устройство. Все, получается, здесь сокровища все собрал. Можно не обращать на это внимания. Так, о, да, реально, смотри, здоровье теперь прибавляется у них над башкой. Круто. Это круто. Ну а что, последний-то не хочет ко мне спрыгнуть? Походу нет. Походу не хочет он. Ой, да вас тут двое. Вас тут двое, серьезно? Вот сейчас почему-то они очень легко убиваются. Раньше я не мог с ними справиться. Сейчас как два пальца об асфальт. Готово. Рубильники вот. А, это не рубильник, вот рубильник. Перепутал мальца. Маленечко перепутал. Смотри, что покажу. Смотри, я к тебе сейчас в упор подойду и смотрю. Там. Опа! Там он можно залезть. Ничего себе. Ничего себе. И что здесь у нас? Янтарчик просто. Просто янтарь. Я ради него сюда шел. Тут можно вот еще спрыгнуть сюда. Да. Я-то думал. Где? А тут сюда запрыгнуть? Да, можно запрыгнуть. А, опыт. Ради опыта, ладно. И чуть-чуть и будет талантик. Вот куда нам нужно было запрыгнуть еще. И мы наверху оказались. Ага, точно. Готово. Ой, ё-моё, как вы тут резко выбежали на меня. Ну ты что? Я ж тут просто вот... Пуковые удары, конечно, это сила. Размотал троицу клонов Катерины. О, доктор. О, выставка готова. Класс. Рад, что мы не зря таскали вещи. Это твоя история. За годы исследований доктор Варгас сумел раскрыть тайну реликтов и создать живое, разумное существо. Это удивительно. Я и сам доволен результатом. Так, а где я? Помощник доктора? И все?
Ты хороший помощник. Они могли бы хоть имя мое назвать. Без меня доктор никогда бы... Слышите? Гоблины. Идемте. Ух, глава 5, часть 4, цель высших гоблинов. Смотри, как я их вообще сейчас размазываю. Как... Значит, вторжение в город должно было нас отвлечь. А высшие гоблины очень умны. При первой встрече я их не мог так быстро убивать. Это какая-то фигня. Они заскриптованы, что ли? Разработчики так подшутили надо мной, да? Да ладно, я сейчас вот так вот сделаю. И все. Че выпендриваться? Короче, я не знаю, что происходит, но они ослабли. Ослабли очень сильно. Эти гоблины. О! Град стрел. Какие у вас луки-то крутые. Ты промахнулся, что ли? О, здоровье появилось. Готов. Еще парочка выскочила. Круто. Что он сделал, я не понял. Но отхватил знатных моих нюхачих кулаков. Вау. Где-то мы это уже видели, да? Где-то уже подобное было. Типа вставь сюда. А, ну туда. А, ну туда вставляет. О, пазл сошелся, прикинь. Ладно. Реликтовые руины. Ну, прикинь. Вспоминаются наши путешествия с Неком. Доктору точно понравилась бы эта штука. Конечно, понравилось бы. По руинам, снова мы с тобой бежим. Черт, попковый удар не удался. Я заметил, что у гоблинов есть предводитель. А, такой здоровяк. Возможно, он все это и затеял. Ты имеешь в виду пробуждение древнего оружия? Наверняка. Так, а куда, как нам? Вот так вот лучше, наверное, сделать. Пробуждение древнего оружия. Ну, у них оружие нифига не древнее. Я тебе хочу сказать, оно у них очень современное даже. Ну, давайте постреляйте в меня, чё ж. Кто еще хочет? Словно в тир попал. Тебе удосужилось отнюхать моих кулаков, мужичок. Гоблинцок. О! А чё это, кого тут размотали? Ребят, кого тут размотали? Я тоже хотел посмотреть на это, но не успел. Но не успел, не смог. На улице хорошо так. Как думаешь, что ищут гоблины? Что-то им нужно. Но вот что? Кристаллы? Стражи? Реликты? Да реликты-то навряд ли им нужны. Я думаю, что они за оружием пришли. Или каким-то древним артефактом, который должен быть в музее. Вроде тут ничего больше нету. Я надеялся найти тайник. Вот смотри, видишь, они даже сейчас не уворачиваются. Они как-то быстро убиваются. А когда я кулаком вот этим махал в них, они уворачивались. А теперь не уворачиваются. Они не успевают просто это сделать. А раньше вообще изи было. Так, нет, туда может не надо, туда может не надо. Там какая-то сцена начнется. Давай вот сюда сбегаем. А, тут закрыто. Значит, какая-то сцена надо посмотреть. Давай посмотрим. А это что? Это один из титанов, о которых говорила Эва. Точнее, его голова. Ух ты! И люди их победили. Их было всего около десятка. И это хорошо. Помните рассказ Эвы? В открытом бою титанов не победить. Поэтому Мариус направил ударную группу в центр управления. Да, помню. Ох, титаны, титаны. С ними было весело драться. Между прочим. Ну давай, популяй меня, популяй.
С вами разобрались. И с вами разберемся, малыши. Вроде бы здесь ничего не было. О, росомахи маленькие. Повылазили. Стой, 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 вот сюда, кажется, можно. Ага, опыт. Опыт, опыт, опыт. Думаешь, Эва вернулась к Сандору? Она сильная. Уверен, с ней все хорошо. Еее, мечи! Круто. Еще кто-нибудь спрыгнет? Размотал, разрезал. У меня, кстати, талант есть. Надо прокачать, однако. Значит, вот это что? Ускорение атаки. Вы будете быстрее наносить мощные удары. Вот это и вкач... А, два таланта же теперь нужны для прокачки. Чтобы открыть ее, тебе надо стать больше. Здесь полно реликтов, если хорошо поискать. Как я увернулся. Красота. Готов. Ну, тащи ты, ё-моё. Есть. Чё, не запрыгнув, что ли? Давай, ты можешь, я верю в тебя, стеклянный робот. Ага. Собрали еще реликтики. Надо вырасти, чтобы открыть те двери, иначе ничего не выйдет. Чё, я подрос. Давай. Немножечко? Попробуем, да? Давай, Нэ, нажми! Ох ты! Катрины дерутся с роботами? Ой, с троллями? Прикольно. Смотри, что могу. А что-то град ударов очень медленно работает, не хочет. Вот так вот тебя. Готов. Че, наверх попрыгали? Кстати, мне кажется, что наверх можно запрыгнуть. Но тут вот что-то еще вот сюда можно, смотри. Стой, 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 стой. Я просто не знаю, куда. Так, ну наверх, наверное, по сюжету. Вот сюда вот давай зайдем. Может, здесь по сюжету? Вон там тайник сверху вижу. Ну пойдем, заберем. Слушай, думаю, в соседнем зале гоблины. А, подожди, подожди, нет, только не сюда, не иди, не иди. Ай! Мы готовы. Ждем сигнала. А вы не забылись? Простите. Ждем сигнала. Высочайший. Посылаю. Как Верховный Совет его избрал? Они титанов хотят воскресить. Да, получил. Красота. Что бы это ни было, взять его! Планы меняются, ребята. Эпичный выпад. Как я опанул. Это здорово. Ну, конечно, то, что эта катсцена началась, и я не смог вернуться обратно. Я почему-то думал, что... Вот это, куда я бегу место, это тайник. Но нет. Оказалось, что это не тайник. Хватит меня уже разматывать, ребят. Я сейчас рассержусь и наваляю вам. А, ты порос. Да. Кто вылезет против меня с моей неуязвимостью?
Черт. Еще? Твоя армия рассыпалась. Так, и что тут у нас? Это тот артефакт, что искали гоблины? Обалдеть. Напоминает... Да чего уж там. Впервые такое вижу. Как я и подозревал. Высшие гоблины напрямую замешаны в происходящем. Могли бы раньше сказать. Уверен, я говорил. Я понимаю, тебе весело с Эвой, но надо быть серьезным. Я предельно серьезен. Высших гоблинов трудно выследить. Одержав победу, Мариус разрушил все их города. Остались руины. А знаете что? На карте из лаборатории Урика есть отметка. Думаешь, это центр управления? Хорошо бы, но я был в том месте, там ничего нет. Даже развален. Может, все-таки взглянем? Непременно. Артефакты. Лукас, гоблинам что-то известно об этом объекте. С моим знанием реликтов. Доктор, я ценю ваш интерес, но сначала это надо спрятать. Наша деревня... Прости, Александр, но мне будет удобнее... Знаете, пусть он пока побудет у меня. Лаборатории? Пошли. Возможно, ага. Это ценный объект культуры. Не хотелось бы его скрывать. Наука... Нормально, ушли с камнем этим. Каменная пустошь. Итак, Лукас, теперь надо быть серьезным. Не верится, что он так сказал. Он думал, мы что делали все это время? Видимо, отвлекались на меня. Почему не отдать артефакт Ксандеру? Я над этим подумаю. Как я и говорил, ничегошеньки здесь нет. Ну, что ж, осмотримся. Если центр здесь, мы найдем его. Вперед! Глава 6, часть 1. В поисках улик. Ну вот, собственно, и конец 5 главы. А это означает, что мы закругляемся. Пора уже и передохнуть. Так что, если тебе понравилось, ставь лайк под роликом, если еще не поставил. Подписывайся, если еще не подписан, чтобы не пропустить следующих роликов по игре, в которой мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что до встречи!